пока велосипед, а это велосипед, да, на видео сейчас сушится на солнышке, звонит клиент, говорит, я вам сейчас велосипед принесу на ремонт. Приносит вот это, говорит, почините. Ну, в принципе, мы посчитали бюджет, клиент согласен. То есть вот это вот велосипед целиком, скоро он поедет. Я вам покажу, как это будет выглядеть. На данный момент у нас здесь есть рама, есть дужки заднего тормоза, есть хомут подседельного штыря, есть руль и есть немножко вилка. Вынос у нас немножко будет другой. Монетки другие, шатуны другие, все остальное. Каретка, скорее всего, остается. Вот такой вот у нас велосипед. Закончили восстановление велосипедика. Велосипедик получился очень легкий. Все работает. Новые колеса, передние бэушные, задние новые, новая трансмиссия. Единственное, что не нашли, подсидельный штырь, потому что здесь очень толстый диаметр подсидела. Есть только адаптер, соответственно, приедет клиент, я предложу адаптер и новый подсидел, но это будет дорого. Или, может быть, он поищет или бушные штыри нужного диаметра, или, может быть, поищет более дешевые штыри, чем у меня есть в наличии под вот этот адаптер. А так, все, велосипед готов, все работает. Для ребенка, конечно, отличный вариант, потому что легкий, накатистый, одна звездочка впереди, в принципе, больше и не надо.